Всем привет! С вами проект «Поговорим». В течение полугода 40 коллективов сражались за звание «Лучший кавер-бенд». Знаете, мне кажется, что будет жарко. Вы готовы? Мы начинаем! Девушки, здравствуйте! Как вы думаете, кто сегодня победит? Иномарки, наверное. Согласны? Да. Может быть, Open Space. Как вы думаете, кто сегодня победит? Я не знаю. Я пришел сюда послушать хорошую музыку. Ребята, здравствуйте. Как вы думаете, кто сегодня победит? Конечно, иномарки. Я, честно говоря, не могу сказать точно на сегодняшний день, потому что я следил только за выступлениями только из интернета, из вашего канала, кстати говоря. Спасибо. Да, ну, мне трудно сказать, потому что я немножко лицо заинтересованное, поэтому посмотрим. Надеюсь, что победят сильнейшие. Как ни странно, я из всех коллективов только знаю иномарки. Значит, отдаем предпочтение пока иномаркам. Не могу сказать, потому что полуфинал меня разочаровал. На самом деле. Ну, было интересно, но я знаю, что они могут выступать намного лучше и интереснее. Ну, Open Space, в принципе, говорят, что явный лидер на сегодняшний день. Но, опять же, я не слышал, к сожалению, не слышал ни одного их выступления. Поэтому победи сильнейший. Open Space, ну и Огонек Бенд, конечно. Ну, куда же без Огонька Бенд? Open Space, да? Ну, я за них. Самые главные люди нашего сегодняшнего вечера – это жюри. Аплодисменты нашему жюри. Вон они все достойны, вот эти красавцы и красавицы. Итак, заместитель директора по маркетингу. По маркетингу, извините, я вот реально уже волнуюсь. По маркетингу ресторана «Друзья». Александр Рудык, ваш аплодисмент, пожалуйста. Также у нас присутствует коммерческий директор «Атлант-Телеком» Владик Антон Владимирович. Аплодисменты, пожалуйста. Интернет-радиостанции А+ФМ Дмитрий Власов, ваши аплодисменты. Ивент-продюсер, экс-солистка группы Чайлэди и IT Girl Надежда Тамковская. Также музыкант, участник группы Янки, победитель Cover King 2013 Ян Шенчак. Аплодисменты этому замечательному человеку. Ну и также мы держали всех, так сказать, немножко в напряге, кто у нас будет самый такой, так сказать, значимый человек в жюри, которого мы держали в секрете до последнего. Это преподаватель замечательного института знаний современных имени Широкова, музыкальной дисциплины преподаватель, замечательный человек, автор музыки и гитарист легендарной группы «Крам». Аплодисменты! Трухонович Сергей! Вот этот человек, да, сегодня он сделался четко. Сегодня он будет жюри, как положено, ребята. Итак, в принципе, как у нас судят жюри? Они судят по четырем критериям. Это вокал, аранжировка, артистизм и общее впечатление от группы. За каждую вот из этих вот, так сказать, минимальных номинаций они поставят оценки от 1 до 10. После этого прибавим вот эти вот замечательные голоса к вашим голосам и будем знать уже общее количество голосов. Поэтому, ребята, не вижу повода, как говорится, не начать. Дети здесь присутствуют, девушки присутствуют, парни уже что-то там дым запускают в стаканы. Ребята, Cover King 2015, финал! По нашей бурной аплодисменты, запустимся в космос! Open Space, ребята! Amen.
Open Space. Вам слово. Итак, прежде всего, друзья, доброй ночи. Спасибо, что пришли на финал. Прежде всего, очень хочется сказать, что сегодня финал, и особо так отрицательные вещи говорить нельзя, да я и не буду, потому что вы сами видели, что обмен энергии Open Space между солистами и людьми, которые присутствуют здесь, настолько сильный, что мне кажется, что люди получают настолько сильную энергию от себя, что они заводятся от этого. Это очень искренне и очень здорово. Я думаю, что именно это порвало зал. Спасибо, Open Space. Ребята молодцы, во-первых, за то, что свои песни играют, за это отдельный респект, потому что кавер на самих себя это не каждый сможет. Я, конечно, ждал, когда играл моя любимая ACDC, что гитарист все-таки попрыгает немножко в стиле ACDC. Наверное, сцена маленькая, поэтому не получилось. Ну и Бонни М с таким славянским акцентом, похожим на частушки, это было. Я вот все ждал, что сейчас тоже в присядку солист пойдет, было забавно. Вообще здорово, молодцы. Я бы сказал спасибо за очень классное начало. На самом деле открывать любой тусочный фест – это всегда сложно. А вы его очень мощно открыли, и за это вам респект и уважуха. Ну, начало получилось довольно-таки хорошим, удачным. Я думаю, что ребят будут очень хорошие... творческие успехи, они добьются своего. На самом деле для нас группа это новая. Кстати, очень было приятно. Но приятно ее было послушать. Так, потому что довольно они придут голосовать специально. Ну, на мой взгляд, могло быть и лучше. Я ожидал, честно говоря, больше хард-роковых тем. Ну, это так, вкратце. Номинация! Открытие года! Кавер-бэнд «Росбери». Ваши аплодисменты, товарищи! Ребят, пару слов, пожалуйста, вам. В первую очередь хочется сказать спасибо за хорошую организацию конкурса. Было бы хорошо, если таких конкурсов было побольше. И на эти конкурсы открывались бы новые интересные группы, которые присутствуют в Минске, не только в Минске, а в Беларуси. Спасибо хорошему ведущему. Спасибо организатору. Ну и спасибо всем людям, которые нас поддерживали и которые приходили поддерживать остальные группы. В этой песне вы поможете нам. И еще мы пригласим на сцену нашу хорошую подругу Валю Павлову, чтобы исполнить ее Митренко вместе с вами. Эту песню подпеваем вместе с нами. Давай, Валя, жги. Okay.
выступающим ребятам. Акция огромная, видно, что выложились, видно, что спасили, видно, что отдача была полноценная. Отдельное спасибо за некоторые песни, которые не решились еще исполнять никто до первопроходца, так что виват, молодцы, браво. Ну и если девочка пока что еще не с вами в официальном составе, может стоит подумать, что потом появилась. Это было круто, молодцы. Я когда увидел, что вы готовитесь петь «Ленинград», очень боялся, что вы будете петь оригинальную версию и сообщить его ребенку. Вот. Но благо, есть уже каверы, которые можно петь в бас. То я не знаю, что будут делать остальные участники, потому что все запрещенные приемы, которые можно, вы использовали. То есть ребенка на сцену выведет, вы же мишка был. Телефоны сами себя снимали. И у меня, знаете, маленькую такую, знаешь, маленькую ложечку дегтя. Вот я пока вас слушал, придумал термин. Это перепел. Это когда спел не так, как хотел, а так, как смог. Вот ваши бы бешеные энергии еще подуть ног. Развивайте себя, и будет вообще супер. Вообще супер. Спасибо. Полностью согласен с предыдущим оратором. Я от себя лишь только добавлю, что вы пели на все 100% от того, чем вы можете. То есть вы использовали все свои возможности. Это однозначно. Спасибо вам. Спасибо. Ну, либо вначале немножко драйва не хватало. Когда вышла вокалистка, в корне все изменилось, так что было отмечено Наталья, что все-таки, может, надо подумать, взять в штат вокалистку. Возможно. В целом, в конце зажгли массы. Сейчас мы посмотрим, кто у нас получает приз зрительских симпатий. Гренландия, ребята! Ну что, Марат, да? Это Гренландия, есть у нас? Вот они, ребята, на сцену давайте выходите. Давайте громче, ребята! Тарелочку, приз номинации «Зрительские симпатии». Вот она! Вот она тарелочка, вот номинация, вот она кавер-бенд «Гренландия». Ребят, давайте поаплодируем, замечательный коллектив. Прекрасная зеленая скала. Группа «Гренландия», номинация. Самые-самые-самые приз «Зрительские симпатии». Ребят, ваши аплодисменты. Замечательно, конечно. Это очень круто, что мы попали на это выступление. И на самом деле я считаю, что ребята EMBN заслуживают самый главный приз. Ну, довольно-таки интересно. На самом деле я бы поменял репертуар немножко, но это лично мой вкус. Все относительно, все субъективно. Ну, так или иначе, показали себя очень интересно. И люди действительно умеют общаться с публикой, умеют показать себя и перенять такой опыт было бы очень полезно. Прежде всего, хочу сказать, что здесь вообще невероятная атмосфера. Большое спасибо Кате, настоящая, за приглашение. Я очень рад посетить это заведение, никогда здесь не был. И, возможно, то есть, скорее всего, я приду здесь еще раз. Вот. А выступление очень поразило. Очень. Я весь мокрый. Танцевали. Особенно хиты. Молодцы, что исполняли хиты. Это же наши любимые песни. Надеюсь, что они возьмут первое место. Они шикарные. Лучшие. Они выложились на 200%, они молодцы. Мы в них уверены, мы приехали специально за них поболеть. Каждый тур приезжаем. Вот, ребят, мы вас очень любим, вы самые лучшие, все классно. Thank you.
было, наверное, самое лучшее выступление этой группы. Все песни были сложные, исполнены просто идеально. Огромное спасибо ребятам с дудками. Очень приятно вас здесь видеть. И особо большая благодарность за песню группы Bee Gees. Это было просто здорово. Молодцы. Ну, на мой взгляд, самая высокая планка по профессионализму у этого коллектива «Динамара». Все очень здорово, профессионально зажгли. Ритм-секция отличная, духовики понравились, девочки на бэк-вокале понравились. И пока, в лишний момент, очень классный гитарист. Но хотелось бы еще солиста отметить, все-таки профессионально работает, подача хорошая. Единственное, что вот последняя песня, конечно, это не его, а так в целом все очень здорово. Ну, мне очень хочется добавить чего-нибудь от себя. Прежде всего, я не знаю, является группа кавером, если в ее составе играет саксофонист из группы Ляпис Трубецкой. И не только, потому что зависит саксофонист. Ну, да, это факт. Далее я добавлю, ну, от себя. Ребята очень техничные, очень такие, знаете, ну даже придраться не к чему. Хотя с правой стороны сидят у меня на столе жюри такие более профессионалы, чем я в плане вот там конкретного вокала, там бла-бла-бла. Но для меня, вы знаете, как вот для директора радио Плюс ФМ очень важен драйв. Очень важно то, как вот, ну, не сколько ты техничен, не сколько ты крут, а вот насколько ты вот такой вот театрален, насколько твои эмоции важны для публики, насколько ты можешь подорвать танцпол. И что касается лично меня, наверное, на свою свадьбу я, наверное, пригласил бы первую группу. Хотя ребята иномарки тоже молодцы, кстати. Ну, я согласен. Они тоже молодцы, все очень технично, потому им спасибо. С точки зрения профессионализма, равных, наверное, здесь сегодня им пока не было. Но с точки зрения драйва, на мой взгляд, чуть-чуть нужно было довернуть хотя бы этими же лабутенами там или чем-нибудь еще из написан. Спасибо, иномарки, вы красавцы. Там справа профессионалы, слева мы здесь ценители с мировым именем, эксперты практически. Вот сыграли на пятерку по пятибалльной системе. И мне очень хочется надеяться, что пройдет какое-то время, и на группу «Иномарки» кто-то будет играть каверы, то есть они будут играть и петь что-то свое. Вот. А пока я вот, прослушав три группы, вижу четкий такой вот успех идеального кавер-бенда. Это вот такая британская стильность open space, энергия эмбенда, профессионализм «Иномарок». Посмотрим, что добавит в этот коктейль «Санрова». Ну и, наверное, последнее вам скажу, что ребята сделали очень сложную задачу всем, кто сегодня будет выбирать, потому что непонятно, как это делать. С одной стороны, хочется оценивать профессионализм как действительно музыкантов, с другой стороны, как кавер-бендов, которые должны зажигать. Поэтому задача невероятно сложная. Ну и маленькая такая ремарочка. Ребята молодцы, наверное, ударили, потому что очень классно то, что там на клавишках сидит Джонни Депп. На гитаре Семен Слепаков, а на духовых Макс Корж. Это было очень круто. Ребята, в номинации «Верность традиции» достается «Окей, Бэнд!» Вот так вот, ребята, аплодисменты, пожалуйста! Блин, честно, я реально думал, что победит у нас «Стресс Дэнс», вот честно. Это я так думал. Но я дико рад. Дмитрий Козлющий вручает вам вашу заветную тарелочку. Ну что, Дима, как тебе выступление последней группы? Мне понравилось. Это было лучшее их выступление. Я не знаю, кто им помог, музыканты Ляписов или бэк-вокалистки. И то, они хорошо выступили, а то, что кого они позвали музыкантов из вне группы, это еще дополнительный у них был плюс к номеру. Хорошее выступление. Хорошо, что скажешь про имбэнд? Они взяли просто топовыми хитами. Они вот «Лада Седан» и «Лабутены». У меня на звонке «Лабутены» стоят. Спалился? Я не спалился. Они взяли тему, что сейчас актуально, и то, что любит публика. А здесь что? Здесь голосует публика. Наполовину. В финале голосует публика. Они взяли хитами и выступили хорошо. Вот с этим «Папаха» это вообще бомба. Open Space.
Мне они всегда нравились. Хороший вокал. Мне не нравились до того, как они стали еще кавер-бендом. У них хорошее исполнение, у них замечательные музыканты. Но выступление было не лучшее. Я не знаю. Может, потому что они открывали финал, волновались. Может, какая-нибудь техническая часть. Но это не лучшее выступление. Большое спасибо за выступление, Sunroad 21. Коротенько так немножечко по всем пунктам пробегусь. Значит, касательно вокалист, очень сильно мне напомнил молодого Колка.
в общем-то, там ничего плохого в этом нету. Прости, кого молодого? Чего там микрофонник запарился, не услышали, ребята? Молодого Михалка. Окей. Он может лучше висеть, потому что он отдельный естественно. Это заметно, да. Если отрастить бородку, будет вообще очень похоже. И именно на тот период, когда ляписы начинали, очень было это актуально. Очень задорное выступление, сыгранный коллектив. На мой взгляд, драйв присутствует. И хотелось бы обратить внимание, то есть в отличие от других коллективов, то, что у вас присутствует музыкальная клоунада, то, что есть само по себе тоже очень интересная находка, и публике это нравится. Вот. Ну, в целом все отработали хорошо, молодцы. Я, наверное, добавлю к предыдущему оратору. Чувак, ну ты молодец, честно, рвал как мог, и на самом деле это было видно, что весь танцпол просто взорвался и качался вместе с тобой, и мы молодцы. И, наверное, как бэнд вы сделали все, что могли в своих силах, это честно. То есть вы вышли и показали все, что вы можете. Это самое главное для сегодняшнего конкурса. Спасибо. Большое спасибо за искренность и подачу от души. Это было видно, и за теплые слова, которые высказаны в адрес проекта, организаторов, наверное, вы первые, кто уделил этому время в своем выступлении. Какое бы вы место сегодня не заняли, оставайтесь такими же честными и ведомыми внутри. Парни, ну за нарыв, за три черепахи, респект полнейший, на самом деле, казалось, можно простить вам все остальное. Вот. Энергии много, стихи перебивки между песнями отличными, но, опять же, это может где-то личное. Не уподобляйтесь Полине Гагариной, песня «Кукушка», она трагичная и грустная, не нужно из нее марш делать. Почитайте воспоминания Каспаряна, как Цой ее писал, может, вы по-другому на нее воспримете, потому что, на самом деле, не марш это. Спасибо! А по-моему, «Кукушка» была достаточно веселая песня, так что, ну простите, веселая была песня. Вот Сандрова 21, ребята, ваши аплодисменты! Ребята, хочу вам напомнить, все время говорил я про селфи-конкурс, который происходит у нас здесь. Вы все время здесь фотографировались, делали какие-то модные фоточки на плане того, плане сего. Выкидывали в Инстаграм с хэштегом CoverKing2015, либо хэштег Атлант-Телеком. Атлант-Телеком, наш генеральный партнер, посмотрел все фотографии. Повторяю, что это Атлант-Телеком выбирает фотографии, которые победили на протяжении полугода, и призы получают следующие люди. Вот, вы делали селфи, выкладывали их. Вот они, ребята, герои! Дорогие друзья, три фотографии лучшие за полгода. Атлант-Телеком выбрал Ники Браун, фотография номер один. Получает приз Атлант-Телеком. Также получает Антон Зайцев лучшие фотографии. И также Марина Назарова. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Где эти герои? Если они присутствуют здесь, пожалуйста, выйти на сцену. Так, есть. Ники Браун есть. Где у нас... Антошка, есть здесь? Где Антон? Так, Марину вижу. Антон, сайт, где он там? Антошка где-то бегает. Может, курит, а может и нет. Антон Зайцев, просьба. Что ты, Катя, машешь рукой там? У меня плохое зрение, но тебя я всегда вижу, так что не надо. Ты ему сама отдашь? Вы уже скорешились? Не надо, он уже идет. Антон Зайцев, что вы не смеете, ребята? Итак, ребята, вот эти вот люди сделали сильнейшие фотографии, по мнению Атланта Телеком, от наших генеральных партнеров, и вы получаете призы за лучшее селфи на CoverKing 2015. Аплодисменты, ребята! Маринка, это тебе красотуля. Спасибо Центру за это, спасибо Атланта Телекому. Антошка, спасибо тебе за это. Молодец, тоже красавчик. И Браун, давай, фотограф наш, прикиньте, фотограф победил в номинации. Реально, люди, которые выбирались на Атлант-Телеком, они не знали, кто эти люди, но они выиграли. Аплодисмент нашим участникам, аплодисмент Атланту-Телекому. Сегодня у нас открылся наконец-то таинственный гость, и это
Сергей Труханович, который выступает в группе «Палац» и «Краме», правильно? Так, да. Тоже. Вот скажите, пожалуйста, такие две разные группы вроде бы и одинаковые. Одни исполняют блюз-рок, вторые исполняют фолк-рок. Все же, что же вам ближе? А мне ближе любая живая музыка, которая профессионально исполнена. Неважно, это будет соул, джаз, блюз, рок-н-ролл. Если это искренне, если это задорно, энергично исполнено и с хорошей харизмой, то предпочтение только этому будет. А вот какая вам сама музыка ближе? Также вы же являетесь и автором, композитором. Что вот вам именно ближе? Ну, я в целом себя позиционирую как блюзовый, роковый музыкант, в общем-то. Но я, опять же, не боюсь повторить, что я люблю любую хорошую живую музыку, поэтому... Слушайте побольше разносторонней музыки, чтобы развивать свой музыкальный вкус. Наверное, так. Вот у нас сегодня финал Каверкинга. Скажите ваши вот ощущения, ваши впечатления. Ну, в целом, мне финал понравился. К сожалению, я не видел все эти полуфинальные баталии. Вот. Но я присутствовал вот прошлые, позапрошлые года и знаю, насколько горячо все это проходит. И могу судить, что раз ребята вот такие вот достойные вышли к финалу, то, я думаю, было что там посмотреть, послушать. И, мне кажется, было очень интересно. А вот вы себе, может, заприметили, так как вы вот гитарист, вы, может, заприметили какого-то гитариста, может быть... Или никто не выделился? Нет, сегодня? Вот я, кстати, когда комментировал, обозначил гитариста из группы «Иномарки». Очень такой крепкий, я бы сказал, даже профессиональный музыкант. То есть он и хорошо в груве сидел, и сольные партии у него очень взрослые были, так скажем. А вот так вы можете посоветовать что-то ребятам, либо пожелать вообще на будущее? Ну, на самом деле, из этих ребят я несколько своих бывших студентов увидел. Во-вторых, я знаю, что тут играют профессиональные музыканты, поэтому как профессионал, профессионалам советовать, мне кажется, неэтично будет. Поэтому посоветую только тем, кто начинает и внедряется в это каверное дело. То есть сначала, конечно, надо, чтобы была хорошая база музыкальная, а потом уже... уже активно воплощать свои желания музыкальные. Спасибо вам большое. Спасибо. С нами был Сергей Труханович. Мы делаем ставки. Как ты думаешь, кто победит? Не знаю. Ну вот, а тебе как кажется? У тебя все равно должна быть симпатия к какой-то либо группе. Я уже сказал, я болею за Open Space. Ты мне еще ничего не говорил. Как это? Со сцены сказал. А вы пока тут снимали репортаж ваш, я говорю, что я честно болею за Open Space. Мне нравятся «Иномарки», мне нравится «Имбэнд», мне нравится «Санроад-21». У каждой группы есть свой изюм. Но Open Space на протяжении всего полугодия, они уровень, 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 планка, планка, планка. И вот, если вы смотрели чуваков, которые бегут с палкой, да? Mm-hmm. Они делают вот так вот и... Крышу. Я надеюсь, что Open Space выиграет. Я реально за них. Я за хоббитов! Да! Вот. Нет, так на самом деле все молодцы, все старались. Крови потом Санроад-21 добивался этого. Неважно, что там, кто там что-то говорил. Молодцы, ребята. Как вы думаете, кто все-таки победит? Я думаю, что «Иномарки». Я за них. Я думаю, что первое место сегодня займет группа «Иномарки», второе место займет группа Санроад-21. Я думаю, что будет именно так. Хорошо. Как вы думаете, кто победит? «Иномарки». На мой взгляд, если сравнивать с точки зрения профессионализма, то должны победить «Иномарки». А если то, что «Covered People», как говорится, то, наверное, «Санроад-21», потому что танцпол показал, как они качали. Вот так. Я думаю, что выиграют «Иномарки». Спасибо. У меня два варианта. Я больше за «Иномарки», потому что ребята действительно профессионально своего дела, я давно их знаю. Open Space сегодня тоже были очень хороши. Ну, вообще, в принципе, сложно сказать, победит музыка. Это самое главное. А кто из ребят, каждый достоин победы. И даже те, кто не прошли там в четвертьфинал, в полуфинал. Не первый каверкинг, на котором я присутствую. Действительно,
Это хорошая ступенька такая, вот хороший рост для группы, а вот уже кто там получит этот главный приз, я считаю, что не важно. Главное, что они приходят, а здесь люди отрываются под их музыку и под то, как они себя подают и показывают. Но мне все-таки кажется, что и на марок больше шанс. Мы многому научились, мы выкладывались, нам было сложно, но мы стали сильнее. Спасибо, друзья, за поддержку. Спасибо всем за все! Санроу 21! Ребята, идем дальше. Все хорошо. Второе место в музыкальной премии музыки «Калюкин 2015» получает группа с общим количеством голосов, как жюри, так и ваши, дорогие друзья. Это 306 голосов. Прошу заметить, что предыдущий было 250, сейчас 306. Эта группа получает 15 миллионов рублей и полугодовой контракт в ресторане «Друзья». Чувак, ты был прав. Мое любимое название группы «За Е-Бэн! Е-Бэн! Второе место!» Ребят, на сцену выходите! Второе место в «Калюкин 2015» «Е-Бэн!» Чуваки, теперь надо сюда, вы можете купить за эти бабки! Ну что ж, главное, что мы получили от «Калюкин 2015» — это прекрасное настроение, отличные эмоции, и мы делились ими с вами, вы нам их давали. И все это было на самом деле так круто, и так прикольно, и так забавно. Поэтому за «Калюкин 2015» ЕМЛ! Ребята, идем дальше. Чем дальше, тем сложнее. Фуф. Ребята, было второе место в курсе, да? Осталось всего лишь два. Первое и четвертое. Начнем с первого. С общим количеством 369 голосов.
Хочу напомнить, что предыдущие заняли 306. Итого на 60 голосов, считай, больше. Заняла группа, которая на протяжении всего полугодия мочила, делала вещи и... Я не зря сделал эту прическу! Open Space Massive! Первое место, ребята! Open Space! Первое место в нашем эстете! Где они, ребята? Сюда! Кольцо всевластия, и не зря его утопили. Все, отдаю тебе слово. Знаете, в жизни бывают моменты, ради которых хочется жить. Моменты, в которых ты чувствуешь, что ты абсолютно счастливый человек. Да, здесь многие говорили, что все делают там, искренне и так далее. Да, мы тоже это делаем искренне, но знаете, важна, наверное, вера каждого из вас. Потому что когда ты стоишь на этой сцене и видишь ваши глаза, то ты не можешь делать это как-то в полсилы. Ты выкладываешься по полной, восстанавливаешь эти связки, потом снова начинаешь это вот вытворять. Потому что, во-первых, ты любишь свое это дело, а во-вторых, ты любишь того, ради кого это делаешь. Большое вам спасибо. Все, спасибо. Корона Cover King, 50 миллионов рублей достается Open Space! На самом деле. Потому что четвертое место, вы уже понимаете, занимает замечательный коллектив, который набрал сегодня 240 голосов. Ну и он получает, ну как говорится, ребята, все могут кричать там что-то нечестно, куплено, шмуплено. Ребята, вы делали это все сами на протяжении всего фестиваля. Вы смотрели голоса. Можно все почитать еще раз, как у нас все положено. Все честно, гранно и чинно. Так распределились зрители, так распределились жюри. Четвертое место и специальный приз для этой группы. Это сертификат на 5 миллионов рублей в караоке «Друзья», чтобы залить радость либо горе. Группа «Иномарки». Четвертое место, ребята. Они в финале, они достойны. Все группы «Иномарки», все эти ребята, которые... Ребята, громче, это «Иномарки»! Спасибо большое, друзья. Прежде всего, хочется поздравить все группы, которые сегодня здесь выходили на эту сцену. Прежде всего, это коллективы M-Band и Sunroad 21, потому что они, ну, особенно M-Band, они, в общем-то, можно сказать, начинают, только еще начинают свой большой путь. Вот. Ну и Sunroad 21, они тоже, в принципе, в каверах не так уж и давно. И ребята из Open Space, парни, вы вообще супер, вы просто молодцы. Спасибо большое всем организаторам, всем жюри, это был отличный, замечательный конкурс. Начнем, ребята, с самых лучших людей. Это Артем Ахунов и Дмитрий Козычевский, которые начинали каверкинг 2000 какой-то год, который я не знаю. Вот он, родоначальник, Дмитрий Козючий, ваш аплодисмент. Это человек, который сделал фестиваль, который сделал вот это вот все.
Артем Ахунов, думаю, он сегодня помогал на протяжении полугода и сделал это все очень классно. Им слова, пожалуйста. Дорогие друзья, я очень рад видеть столько людей в этом зале, столько друзей проекта Cover King. Нас становится с каждым годом все больше, и это хороший показатель. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы участвовали активно в этом конкурсе, за то, что поддерживали наши команды, за то, что болели и голосовали. Я хочу поблагодарить, конечно же, партнеров проекта и спонсоров, Патрон Целиков. Без них не было бы конкурса. Я хочу поблагодарить за ведение, друзья. Это потрясающий сервис. И спасибо, что предоставили нам возможность провести этот конкурс у вас. И, конечно же, я поздравляю группу Open Space с заслуженной победой. Они действительно этого достойны. Спасибо. Что бы еще сказать? Полгода прошло как-то грустно, но на грустной ноте нельзя заканчивать. Потому что я всем скажу, до встречи на Cover King 2016. Ну что ж, организаторов вы увидели, победителей вы увидели. Пора что делать, ребята? Пора сыграть песню вашей мечты. Знаешь что, я думаю, что в
Минске нету аналогичных проектов, где могли бы выдержать полгода. И в Москве нету, я добавлю. Нету нигде. Пусть будет это вот маленьким показателем нашим собственным выступлением и для себя тоже, да, когда мы делаем, в принципе, добро. Да? Почему добро? Потому что люди, которые сюда приходят, они получают удовольствие. Песни, которые здесь играют, звучат искренне от тех исполнителей, которые их исполняют, да? Гитаристы, которые лопают, или барабанщик, который выкладывается и выходит полностью мокрый. По-моему, это классно, да? И знаете, сегодня финал был, он таким был каким-то домашним, атмосферным, да? Было, вы видели, было полные друзья наши. Но все чувствовали какое-то единство, и даже это было единство среди групп. Оно было и на сцене, оно было и в их словах, оно было и в гримерке, когда готовились эти же группы, да? То есть, мне кажется, создалась так называемая тусовка каверщиков, да? Вот, которая будет бомбить все самые лучшие корпоративы и свадьбы. И именно Каверкинг отобрал самых лучших. И теперь все свадьбы будут проходить на высоте. Выпускные это, корпоратив или что-то другое. Каверкинг дал это людям, дал это Минску. А как стружились люди? Я здесь видел людей, которые приходили на первые каверкинги. Здесь собрались все, которые приходили и в этом каверкинге с сентября. То есть людей, конечно, было море. Вот. Мне понравилось, что группы выросли над собой, то есть они эволюционировали. Самое главное, что? Самое главное в жизни – это эволюция, вот, то есть развитие. То, что мы давали группам задания, то есть они справились, и в конце финал он был костюмированным, он был идейным, то есть у них был какой-то сценарий. Конфетти, конечно, добавило праздника, и сегодня был, конечно, даже не маленький, но, конечно, достойный праздник. Начнем самое последнее, четвертое место. Четвертое место у нас заняла группа «Иномарки». «Иномарки» по общему голосованию, но жюри, если мы берем жюри, на самом деле их вывело на второе место. Но, к сожалению, публика как-то их совсем не поддержала сегодня. Возможно, это было связано с их репертуаром, они исполнили просто шикарнейшее. Это самая чистая, самая профессиональная группа. Никаких замечаний ни по аккомпанементу, ни по аранжировке, ни по вокалу нету. Это действительно профи. Но чуть-чуть, видимо, не хватило драйва, ту, которую показали другие группы. Грубо говоря, сыграли на контрасте. Да? То есть до этого выступал, кто у нас выступал, M-Band, да, и потом сам Роуд со своими просто такими, да, просто энергетика, которая перла. Третье место как раз-таки заняла группа Sun Road. Второе место у нас... Дадим слово. Я слушаю, я соглашаюсь вообще-то. Второе место у нас занял коллектив молодой M-Band. Ну и корону Каверкинг получил у нас, в принципе... Ожидаемый, да, один из главных претендентов, на самом деле. Хотя просим заметить, именно этой группе в первом туре был дан второй шанс. Они вылетели в самом первом туре. И как раз-таки из иномарок. Но, как видим, Open Space собрались силами и по полной отожгли в финале. Поэтому Open Space получает у нас 50 миллионов рублей, корону Каверкинг, полугодовой контракт с друзьями. Ну и, конечно же, приятные призы от Атлантелекома. Вот. Ну а мы поздравляем всех участников и всех, кто был в финале, они все достойны короны Каверкинга, это точно. Это просто без сомнений. Как там уже дальше распределились у нас голоса, да, кто-то, скажем, справедливо, кто-то несправедливо. Но было два критерия, это были голосование зрителей и голосование жюри. Оно показало, в принципе, тот результат, который мы на сегодняшний день имеем. Сказать, доволен ли я? Да. Я говорю, я доволен полностью. Потому что каждая группа, в ее глазах был огонек, и они были по-своему счастливы. Спасибо большое. С вами был проект «Поговорим». Ждем всех на Каверкинг 2016. Правильно? Да. Верно. Все, пока-пока. Пока.